Благодарность. Мало что сможет так изменить ваши эмоции и мысли, как пребывание в благодарности. Особенно сейчас, когда наши мысли и эмоции находятся под страшным давлением. Находите несколько минут в день, чтобы поблагодарить Бога. Если у вас еще нет такой привычки, возьмите лист бумаги, компьютер или телефон и напишите список того, за что вы благодарны Богу. Я провел много времени в Израиле. За эти годы я многому научился у своих друзей-израильтян. Это нация путешественников. Они любят путешествовать. Они ездят в самые отдаленные места земного шара, но также они очень ценят друг друга и свою нацию. Их посвящение меня завораживает. Вся молодежь, парни и девушки по окончании школы проходят службу в армии. И как часть подготовки они изучают историю своего народа. Путешествуя по Израилю, можно увидеть группы солдат в исторических местах и музеях. В стране хотят быть уверены, что молодое поколение знает свою историю. Среди евреев есть религиозные люди, они очень ортодоксальны, и люди светские, что приносит разделение. Но в то же время это удивительно единый народ. 6 миллионов евреев среди сотен миллионов людей, поклявшихся их уничтожить. Они любят и ценят свою страну. По правде говоря, там довольно тяжело жить. Это пустыня, там много камней и песка, стоит страшная жара, там нет водных источников, и тем не менее, они очень любят свою страну. Нам нужно восстановить наше национальное чувство достоинства. Для протокола. Я против тех, кто критикует нашу историю и достижения нашей нации. Мы — нация, возникшая из желания достичь религиозной свободы. Мы пришли из разных народов мира. Глядя на нашу историю, мы видим, что большинство иммигрантов бежали, спасаясь со своей родины. Но у нас была надежда и мечта. Мы не составляем один народ из-за того, что выглядим одинаково или имеем одинаковый акцент или общее национальное наследие. Мы пришли сюда, преследуя идеи, давшие начало самой нашей нации. Несомненно, Бог благословил Америку. Мы наслаждались правами и свободами, о которых большинство могло только мечтать. Мы фермеры, работники заводов, ученые, мы исследователи, мы были на Луне. Куда бы вы ни поехали в Америке, повсюду вы найдете церкви, увидите места Писания, вырезанные на камне в общественных зданиях, памятники, напоминающие о нашей вере и ценности. Мы воины, мы отстаиваем права и свободы вот уже более 200 лет. Наша армия и флот проходили испытания от пляжей Нормандии до джунглей Вьетнама, в пустынях Ирака и Афганистана. Мы победители. Мы преодолели Великую депрессию и последствия ошибок во внутренних делах. Мы претерпели мировую войну. Мы живем под верховенством закона. Все началось с Божьего закона, 10 заповедей. Их почитали в народе, в школах и учреждениях много лет. Они входили в Конституцию, были прописаны в Библии о правах. Я убежден, что мы не должны уклоняться от нашего уникального пути, иначе мы потеряем свою свободу. С вашего позволения, я прочитаю слова Джефферсона из Конституции. «Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Боже, благослови Америку снова. Нам нужно его благословение. Если вы уснули, закрыли глаза на происходящее или вам страшно, послушайте вот что. Наша нация нуждается в том, чтобы вы встали в вере. Не кто-то другой, а вы. Не просите Бога поднять кого-то другого. Вы возвышайте свой голос. Читайте Библию.
Думайте о том, что читаете. Собирайте друзей и молитесь. Не избегайте неприятных вопросов. Хватит просто болеть за любимую команду или обсуждать успехи детей. В этом нет ничего плохого или неправедного, но сейчас такое время, когда нам нужно бодрствовать. Говорите истину друг другу. Цените друг друга. Наше будущее определяется благословениями Бога, а не результатами выборов. Бог дал нам прекрасную нацию. Мы стражи на стенах для своего поколения. Мне надоели жалобы и критика того, кто мы и кем были. Изучайте свою историю и чествуйте ее. Я приготовил три места из книги Иеремии. Первое — это Иеремия 9, глава 12 стих. «Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому говорят уста Господня? Объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней. И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего». Все очень просто. Если мы будем послушны Богу, то Он распространит права и свободы на наших детей и внуков. А если мы будем бунтовать, то потеряем их. Основное место сегодня — это Иеремия 23, глава 18 стих. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал Слово Его? Кто внимал Слову Его и услышал?» Этот стих можно понять так: кто принял совет от Бога, кто стоял и ждал, когда Бог выскажет свое мнение и даст повеление. Кто слушал Его Слово? Это важный вопрос. Кого вы слушаете? Чему вы уделяете свое внимание? Одна из современных проблем состоит в том, что непонятно, где искать истину. Сложно понять, кому и чему верить. От этого еще важнее понимать слова Бога. Он сказал: «Слушай Господа». Эта идея звучит в той же главе 22 стихе. «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Я хочу попросить вас перестать переживать из-за нечестия в мире. Говорите истину тем, кто живет вокруг вас. Перестаньте молчать. Хватит капитулировать. Нам нужно решить, кого мы представляем. Мы защищаем политкорректность? Стремится мирно завершать каждую беседу, потому что мы стесняемся говорить истину? Или мы будем говорить то, что сказал Бог, и жить по Его слову? Нечестно требовать от проповедников, пасторов или политических деятелей смело стоять в истине, если вы сами этого не желаете делать. Иеремия бросает нам вызов. Я хочу вернуться к 18 стиху в 23 главе. «Кто внимал Слову Его и услышал?» Послушайте, в критические времена необходимы чрезвычайные меры реагирования. Мы с вами вместе читаем Библию уже несколько лет. Вы 100 раз слышали от меня, что посвящая чтению 10-15 минут в день, а вы прочитаете всю Библию за год. Когда все мирно и спокойно, такого чтения может быть достаточно. Но сейчас нет ни мира, ни покоя. Мы живем в критические времена. Они требуют от нас более острой реакции, уделять больше времени и усилий в поисках Бога. Мы должны жаждать Его, нам нужно быть в Его присутствии. Нам нужно лучше понимать Его Слово. И не в исторической перспективе библейских фактов, а применяя Божье Слово к нашему времени. Потому что мы не получим ответов из телевизора. Нам нужно знать, как на все смотрит Бог, из-за чего происходит перемены. Если мы проследим причины, то увидим, что все происходит из-за изменений в сердцах Божьего народа, а не аморальных, испорченных людей, как вы думали. Нам нужно измениться, и это неплохая новость. Это должно вдохновлять.
Это означает, что вы можете что-то изменить, что вы важны. Может, на ваш звонок и не ответят в Вашингтоне, но на вашу молитву обязательно ответят, ее примут на небесах. У трона самого Царя Царей и Создателя всего сущего. И это намного важнее. Всем знакомый стих, второе послание Коринфянам, 10 глава, стих 4. «Оружие воинствования нашего, они не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Бог доверил нам оружие, и оно сильное Богом. Перед лицом отчаяния, безнадежности и всякого бессилия мы должны помнить, что доверил нам Бог. Духовное оружие, сильное Богом. Нам нужно понять, как им пользоваться. В послании к Ефесянам, 6 главе, 11 стихе, написано так. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вы знаете, что дьявол все время строит козни, ведь он лжец и отец лжи. Мы видим, как он действует. Он больше не прячется. Зло смело проявляется и не скрывает себя. Такого еще не было в нашей истории. Да что там в нашей? Вообще по всему лицу земли такого не было. Хорошие новости в том, что Бог будет противостоять этому. Но делать это он будет через свой народ, и, как всегда, он планирует обращаться к своему народу, потому что у него есть святые представители на этой земле. И это мы с вами, друзья. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я кратко расскажу вам про духовное оружие, имя Иисуса. Вам дана власть имени Иисуса, всемогущего Бога, Создателя всего. Его пролитая кровь, она очистила, оправдала и освятила вас. Не благодаря делам, посещению церкви или хорошему поведению, а через кровь Христа мы с вами спасены. Слово Божие — это не просто сборник библейских исторических фактов. В нем раскрыт характер Бога, чтобы вы понимали Его волю, Его план для человечества и исполняли Его волю. Ваше исповедание — то, что вы говорите. Мы можем быть ходячей энциклопедией библейских фактов, но если мы не будем веровать сердцем и исповедовать устами, мы не войдем в Царство Божие. А теперь благодарность. Мало что сможет так изменить ваши эмоции и мысли, как пребывание в благодарности. Особенно сейчас, когда наши мысли и эмоции находятся под страшным давлением. Находите несколько минут в день, чтобы поблагодарить Бога. Если у вас еще нет такой привычки, возьмите лист бумаги, компьютер или телефон и напишите список того, за что вы благодарны. Так вы разовьете привычку. Каждый день благодарите Бога за то, кто Он есть и что Он сделал для вас. Благодарите за наши права и свободы. Мы благословенный народ. Нельзя быть раздраженным и благодарным одновременно. Далее номер 6. Научитесь славить Бога. Скептики могут сказать, что Бог так не уверен в себе, что мне постоянно приходится говорить Ему, что Он хороший. Вовсе нет, не в этом причина. Вам нужно славить Бога, чтобы понимать, что есть Всевышний, и это не вы. Хвала — это мощный инструмент. И последнее, что я хотел упомянуть, это ваше свидетельство. Вы должны хотеть рассказывать о Христе. Вам не нужно выкладывать всю историю каждому встречному, но не должно проходить и дня без славы Господу. Можно сказать пару предложений, но пусть это будет ваше личное свидетельство.
перед этим не устоять. Кто-то скажет: «Я не верю, что Бог исцеляет». А вы расскажите, как Он исцелил вас. Мне не нужен теологический спор. Я просто знаю то, что знаю. Мы можем не соглашаться, но позвольте рассказать, что Бог сделал в моей жизни. Ваша история имеет силу. Вам нужно постоянно использовать эти 7 пунктов. Это имя Иисуса, кровь Иисуса, Слово Божие, исповедание, благодарность, хвала и свидетельство. Используйте их всегда и везде. Не ходите в места, где вы не сможете говорить о Боге. Не поддерживайте отношения, если люди не хотят слышать о Христе. У меня есть друзья, не признающие Бога. Некоторые люди думают, что я потерял разум, но я не подстраиваюсь под ожидания этих людей. И вот что еще я хотел бы сказать. Природа и сила истины. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». В истине есть свобода. В книге Исаии, 59 главе, 14 стихе сказано: «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Пророки не только говорят о будущем, но и представляют Божий взгляд на наш мир. Это важное место Писания для нас. Справедливости нельзя достичь без праведности, истины и честности. Справедливость не придет от правительства, если это неправедное правительство, если оно действует обманом и манипуляциями. Так что же нам делать? Вечный источник истины — это Божье Слово. Оно поможет вам понимать происходящее в мире, различать добро и зло. Божье Слово, а не слова политиков или каких-то знаменитостей. А в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Иисус молится за нас с вами. Он говорит: «Освети их истинную Твою. Слово Твое есть истина». 118-й Псалом говорит следующее: «Основание Слова Твоего — истина». Вы читаете Библию, а она позволяет вам увидеть, насколько вы соответствуете Божьему Слову. Нам нужно больше ценить истину. Если вы применяете манипуляции или доминирование в бизнесе или любой другой сфере жизни, знайте, это грех, поэтому просто покайтесь. Притчи, 23 глава, говорят: «Купи истину и не продавай мудрости». Это долгосрочные инвестиции. В Евангелии от Матфея, 13 главе, Иисус описывает это немного по-другому. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Когда вы находите Божью истину, она дает вам радость, а не страх. Она не угнетает. Если вы не ходите в истине, то вы на пути к погибели. Даже если такой образ жизни обусловлен культурой и общепринят. Божья истина открывается по-разному. Вы что-то услышали или прочитали через песню или чью-то реплику, или любым другим путем. И когда вы увидите истину, я прошу вас, радуйтесь. Скажите: «Господь, прости меня. Я жил неправедным, принимал неправедные вещи». Все, что у вас на сердце. Прикосновение Духа Святого — это дар небесной диагностики вашего сердца. Он никогда не приносит осуждения. Таким образом, легко можно отличить действие Святого Духа. Враг говорит нам: «Ты проиграл. Ты неудачник и вечно принимаешь неправильные решения, и весь мир против тебя. Ты никогда не прорвешься». В этих словах нет абсолютно никакой надежды. Согласны? Дух Божий покажет вам,
где вы поступили неправильно, и через покаяние укажет вам путь выхода из проблемы. Он даст не только спасение, но и восстановление, а также новое будущее. Знаете разницу? Избирайте истину в своей жизни. Ну и в завершение я хочу прочитать отрывок из послания к Ефесянам, 4 главы. Павел пишет людям, для которых он являлся духовным отцом и наставником. Я прочитаю часть. Ефесянам 4 глава. Начнем читать с 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Вот четыре основных момента. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, плотского человека. Это я хочу, я думаю. Я не говорю, что ваши чувства и мысли не важны, но они не всегда ведут нас в правильном направлении. Нужно приводить их в соответствие с Божьим Словом. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, а обновиться духом ума вашего. Дайте истине место в своей жизни. Начните с Библии. Говорите о Боге с людьми вокруг. Не спорьте о местах Писания, а рассказывайте свою историю, что Бог делает в вашей жизни. Если вы будете так поступать, я уверен, Дух Божий посетит вас и даст понимание истины. Самое сложное в христианской жизни для меня — это Божьи сроки. Я хочу, чтобы Бог сделал то, о чем я Его прошу, тогда, когда я хочу. Обычно это прямо сейчас. Но мои требования никогда особо не впечатляли Бога. Иногда на исполнение Божьих обетований в моей жизни уходили десятилетия. Кто-то из вас может злиться на Бога. Это был тяжелый год для всех нас. Поэтому примиритесь с Богом. Скажите Ему, «Я буду доверять Тебе. Я пойду за Тобою, потому что я выбираю Твою истину. Я буду доверять Тебе, сегодня доверять и завтра. Доверять каждый день». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Аланом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мерфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Аланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Аланом Джексоном.
Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 2020 год будет именно таким? Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке, этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах $1 миллиона. Так что спросите Бога в молитве о вашей роли. Сейчас прекрасное время превознести имя Иисуса. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о COVID, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь, приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 2020 год будет именно таким? Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке, этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах $1 миллиона. Так что спросите Бога в молитве о вашей роли. Сейчас прекрасное время превознести имя Иисуса. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков.